Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан, рад вас приветствовать на своем канале. Коллеги, сегодня я хочу вам показать две расчески от компании VES. Это вот у нас девятирядная расческа, вот так она выглядит. Хочу, чтобы вы видели две эти расчески, то есть такое, знаете, некое сравнение две расчески, и хочу, чтобы вы обратили внимание, как они выглядят. Вот, то есть семирядка у нас чуточку поменьше. Сейчас я так положу, чтобы вы это видели. Вот примерно как-то так. Вот видите, семирядка меньше, девятирядка больше. Также напоминаю всем, что данные расчески у нас не являются продувные. Они нам нужны для вытягивания волос, подготавливать волосы под утюг. Вот, и поднять данной расческой корни у вас не получится, потому что, видите, не имеют они никаких дырочек на задней части расчески. И также здесь, видите, то есть здесь также у нас логотип I Love My Hair, тут у нас логотип I Love My Hair. Это все те же самые расчески, которые используют в Академии Сосун, только у нас имеется свой логотип от компании I Love My Hair. Поэтому, если же вы вдруг увидели расческу там белого цвета и тоже керамик браш, то помните, что у нас синяя, а кто-то продает там белые, зеленые. Просто разница между ними в чем? Что мы платим только за цвет. Других цветов, там белый, розовый, оранжевый, это все привозные расчески из других стран, и цена у них достаточно высокая. Поэтому тоже обращайте на это внимание. Если вы хотите какую-то эксклюзивности, то окей, вы можете переплатить, купить другой цвет. Вот. А если же вам это не нужно, то вот покупайте обычную девятирядку с логотипом I Love My Hair или семирядку. И обе эти расчески вам также прослужат очень долгую службу, и вы будете также ей очень довольны. Также, коллеги, не забываем при сушке данной расчески выдерживайте расстояние порядка 3-2 сантиметра от расчески и фена, чтобы уберечь волосы клиента от пересушивания и также уберечь данный инструмент от расплавления, потому что данные щетинки они не выдерживают, когда у нас сильно горячий фен дует. Я всегда всем рекомендую выдерживать такое расстояние. Вот, коллеги, если же у вас остались какие-то вопросы, пишите мне в комментарии под этим видео, вступайте в мою группу ВКонтакте, мне будет очень приятно, задавайте вопросы, ставьте большие пальцы мне вверх. Ну а с вами был Дмитрий Каждан, всем точных стрижек, всем пока!